Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Вот и закончился сезон, у меня 5747 рекорд, так я и не взял чемпиона, не хватило всего лишь две игры. Блин, реально было сложно и, ну, прям вот реально под завязочку времени мне не хватило. И, ну, я думаю, что в этом сезоне я буду реально больше стараться и постараюсь взять 5800. Если вы в меня верите, если вы меня поддержите, ставьте лайк, подписка на канал. Ну что, значит, кстати, с нами еще сейчас по скайпу Николай, у него аккаунт 6200 кубков, но мы откроем его в конце видео этого и узнаем, там падает с чемпиона. Короче, я готов, поехали открывать. Блин, я не сделал скриншот, ну ладно. Так, 6600 золота, варвар или бомбер, конечно, бомбер. Так, я надеюсь, что мне хотя бы эпики нормальные выпадут, либо лего нормальное. Оу, сразу лего, какая красота. Итак, я выбираю, наверное, инферно. И давайте посмотрим, какие легендарочки мне будут. Итак, пламенный, либо бревно. Ну, я беру бревно, 10 из 20. Итак, эпики. О боже, какое говно. 35 эпических карт просто в унитаз. Молния, либо рейдж. Ну, молнию, конечно. Не, ну, молния, в принципе, 8 уровня еще ничего так, ну... Когда ее пофиксили, радиус у нее маленький стал. Большой чемпион на 6 кубков. Мы откроем сундук в конце этого видео. Да, у меня тут, кстати, еще в квестах бесплатно. Давайте Легу вытащим. А, нет, не получилось. Ну, ладно. Все, переходим к следующему аккаунту. Погнали. Итак, ребятки, следующий аккаунт. Аккаунт IOMIX. Или IOMIX, как правильно, не знаю. В общем, 5200 кубков. Поехали открывать. 5700 золота. Возьмем ему вот эту бочку со скелетами. Мега миньона возьмем. А, летучка, либо... Ну, вижу, что прокачивает тамбу, поэтому возьму ее. Так, и снова лего падает предпоследней карты. Берем мини-генераторы и открываем легендарные карты. Какие? Мега-рыцарь и громовержец. Мега-рыцаря возьму, да, наверное... Он на второй уровень у него будет. Так, и эпики. А, темный принц, либо охотник. Охотник. Охотника. Окей. А, так, тут еще несколько сундучков. Давайте сейчас, ну, однозначно Легу вытащим еще. Смотрите, с магического, оп. Блин, да что ж такое, мимо. О, зато мы ему дракончика прокачали. Ну, с этого сундука-то точно выпадет. Смотрите, оп, да что такое, не получилось. Ладно, а ну-ка с этого. О, с легендарного сейчас Легу выпьем. Смотрите, оп. Я же говорил, изи Лего. Так, дровосек ему выпал на третий уровень. Так, что тут еще? Давайте возьмем награду. Может быть, еще один сундук мы... О, золотой, сейчас еще выбьем Легу. Блин, нет, мимо. Так, забираем все квесты. Капец тут квестов. Он, наверное, готовился к моему видео и ждал, пока я открою сундуки на его аккаунте. Так, что еще? Вау, еще одна Лего. Смотрите, испытание ютуберов пройдено. Это, блин, оно было, ну, неделю назад, наверное. Хотя нет. И снова ему падает мега-рыцарь. И вот с этого сундука сейчас Легу, смотрите, раз. Тактика такова, надо быстренько прокликать. Раз-раз-раз. Блин, не, с этим сундуком так не работает. Ну ладно. Так, ну что, на этом аккаунте открыли. Движемся дальше, чем дальше, там интересней. Так, сейчас я нахожусь на аккаунте Crystal, 5900 кубков рекорд. Закончил сезон 5647. Просил сказать, что играл это не он в конце, поэтому это играл не он, ребята. Вот. Ну что ж, давайте откроем сезонную награду и посмотрим, что выпадет с сундука чемпиона. В принципе, я приблизительно знаю, какие карты ему нужны. Вот, там интуитивно можно выбрать. Так, Common Hierarchy тут все full, в принципе, значения не имеет. А что так Лего предпоследней карты падать стало? Так, и что нам падает? Итак, и нам падает, блин, Спарки и Призрак. Ни то, ни другое, как бы... На пятый уровень еще рано. Ну, я не знаю, что взять. Призрака, наверное, да? Как думаешь? Ну, наверное, да. Ладно, возьму призрака. Я думаю, он не расстроится, что я спарки ему не взял. Так, стражи, либо молния. И то, и другое у него фул. Но я возьму молнию, так как 11 тысяч золота дадут. Жалко. А, нет. Нет. Молнию мы ему на фул. Блин, а что, стражи не фул? Я что-то тупанул, видимо. Блин, да, я, видимо, тупанул, ребят, сорямба. Походу, стражи не фул, а я взял этого. Молнию. Ну ничего, молния зато 8 уровень, будет теперь мощным. Так, смотрите, сейчас с этого сундука выбиваем по моей тактике Легу. Раз, два. Блин,
Не, это сундук не такой был. Все, движемся дальше. Итак, следующий аккаунт у нас на открытии. Это игрок Альфа из клана Enigma. 5826. Блин, мне так больно смотреть на эти кубки, потому что я планировал, что я тоже у себя на аккаунте увижу эту картину, и у меня тоже будет чемпион. Блин, обидно, когда не хватает совсем немного. Ладно, там я не дотягивал еще кубков 100-200, а то не хватило всего лишь две игры. Блин, ну ладно, я думаю, что рано или поздно я 5800 все равно возьму. Ну давайте открывать, посмотрим. Ну, в принципе, сундук немного отличается от моего сундука, там на 5 эпиков всего лишь. Вот, но все-таки я не из-за карт, я чисто из-за галочки хотел себе. Так, возьмем генераторы. Хотя, может быть, надо было не генераторы брать, ну ладно. Так, рарки, рарки, печка, либо хижина варваров. Давайте печку возьмем. И леги. Смотрим. Смотрим. Лава, либо дровосек. Лава 0 из 20. Ты знаешь, да? Да-да-да. Дровосека. Ну да, 6 из 10. 7 уже из 10. И эпики. Торнадо, либо ведьма. Опа. Торнадо поэффективнее не будет. Да, торнадо поэффективней. Ну да. Ну, окей, берем торнадо. И тут еще по-любому есть какой-то сундук, с которого мы должны, блин, вытащить легу. Раз, раз. Не везет. Не везет нам на леге сегодня. Что, вот это и все, в принципе, да? Какой колодой давать, мне интересно, он взял 5800. Лава-шар. Лава-шар. Мега-миньон, 3 миньона, банда, тамба, фаер и зап. 3-8 эликсира, прокачка почти как у меня, только у меня шарик 7 уровня. А что, лава-шар еще тащит? Лол. Да. Я, если честно, удивлен. Ну, собственно, на этом аккаунте все. Переходим дальше. Это последний аккаунт. Аккаунт сказочный пони. Зовут его Николай, он с нами в скайпе. Ну и сейчас откроем его сундук за большого чемпиона. 6183, одной каточки не хватило до 6200. И 220 не хватило до абсолютного чемпиона. Ну что, готов? Ты Да, готов? поехали. Поехали. Итак, золото 8700. Нормально, пойдет. Бочка, Тесла, бочку. Миньоны маленькие, большие, маленькие. Poison, либо охотник. Наверное, поздно. Наверное, Poison. Так, клон спел, либо рейдж. Рейдж. Ой, давай подумаем. Жесть. Ночная, ой, ведьма, либо стражи. 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 Так, и генераторы мини, либо ледяной голем. Ледяной голем. Ледяной голем, 226 штук, прикинь. И последние леги у нас. Так, сейчас спарки выпадет. Нет, мега-рыцарь выпал и бандитка. Бандитку бери. Бандитка 5 из 10, мега-рыцарь 3 из 4. Брать бандитку, да? Бандитку, да. Берем бандитку. 7 из 10. И что у нас? Еще сундуки есть? Конечно, есть. Сейчас мы по моей же тактике выбьем легу с бесплатного. Блин, ну охотника выбили. Так. И что? Больше сундуков нету. А нет, вот еще. Здесь лего должна быть. Блин, да что ж так мимо сегодня? Пустые кейсы какие-то. В общем, как-то так, ребят. Если вам ролик понравился, обязательно ставьте лайк. Ну и напишите в комментариях, как вы закончили этот сезон. Мне интересно посмотреть, большинство моих зрителей на каких кубках сидит. Вот, и я желаю вам удачи, чтобы в этом сезоне мы взяли те рекорды, которые хотим взять. Я вот, например, хочу 5800. В принципе, сезон 27 дней длится, я думаю, что это вполне реально, да? Топ-1 мира уже на 4900, поэтому, ну, времени у нас предостаточно, чтобы взять свои кубки. Все, на этом буду прощаться. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Желаю удачи, хорошего настроения, до новых встреч и всем пока!